вот, друзья, сейчас мы поднимемся по этой скале. Там есть пещера. Обследуем ее. Посмотрим. Напомню еще раз, что мы в Балаклаве. На этой стороне бухты мы еще не были с вами. Ветер здесь, конечно, сильный. Задувает с моря. И поэтому звук не очень хороший. Я записываю без микрофона. В принципе, сюда ведет тропинка. Вон там скала, вот. Ну и мы туда сейчас поднимемся. В принципе, ну можно здесь что-то по скале. Я не рискнул вам по той тропинке подниматься, там слишком уж обрыв такой. Резкий вниз. Что-то страшновато. Не передать, конечно. Так, где пройти-то? Нам не хочется вот здесь вот. Идем с вами по тропинке. Оп. Ну, конечно, следы цивилизации. Они повсюду. Выпил бутылочку. Освежился. Бутылочку-то не в пакет. А так раз и бросил. Ну, вон-то люди пикничок соображают. И хорошо, если бы они убрали за собой. Не как у нас. В каком городе, не скажу. Шашлыки, мышлыки. Весна. Где поели, там и насрали. Вот. Вот такой подход к природе. В моем родном городе. Но здесь как бы чисто. Эх ты. Цветочки. Вот такие растут. Привет, дружище. Ну вот, возможно, я стану звездой Ютуба. Меня тоже снимают, я снимаю. Оп. Фу. Эх ты, скалу-то мы прошли, выше поднимаемся. Цветочки такие вот на дороге и банки. Что у нас крымчане-то пьют? Крым они пьют. Светлые. Осветлились, баночку выкинули, и хорошо. Осторожно, Слава, осторожно. Тут обрыв, пришли мы вон оттуда, и вот пещера. Эх ты. Ой, да это не пещера. Это просто чего-то. Да. Ну и, конечно, срач. А как без него-то? Пластиковые бутылки, конечно же, нужно сложить.
Они гниют очень долго, лет 50. Но такой вид открывается на Балаклаву с этой скалы. Ну, конечно, завод вот этот вот, он здесь вот он нахер не нужен, блядь. Весь вид портит. Но добывают из гор всякие камни, перерабатывают их и везут наверх. Конечно, в этих местах карьер, блядь, ну как бы он вообще ни о чем. То есть места такие классные. И вдруг на тебе карьер. КамАЗы разные. Короче, крымские горы разбирают. Ну ладно. Эх ты, летает. Так, пойдем потихонечку дальше. Пойдем еще наверх.